Чебоксарское лесничество поступила новая спецтехника. В рамках федерального проекта сохранения лесов парк пополнился 3 тракторами. Для чего они нужны и помогут ли защитить лес от возможных пожаров, расскажет Наталья Егорова. Летом 2010 года заволжские леса пережили страшные пожары. Здесь до сих пор восстанавливают лесной фонд. Техника уже устарела, так что новые тракторы пришлись кстати. Три современных МТЗ-82 оснащены всем необходимым. Имеется комплексная лесная защита, противопожарное оборудование, есть система ГЛОНАСС и пламегаситель. Их главное предназначение – создание минерализованных полос вокруг лесов, препятствующих распространению огня в случае низовых лесных пожаров. Закупленная лесопожарная техника будет выполнять работы, лесопожарные работы, противопожарные работы, профилактические работы по тушению лесных пожаров. Всего Чувашии в рамках федерального проекта сохранения лесов, национального проекта «Экология» было выделено более 58 миллионов рублей. На эти средства закуплено 17 малых лесопатрульных комплексов и 15 тракторов. Работники чебоксарского лесничества уже в предвкушении, им не терпится опробовать новую спецтехнику в деле, пока ее проходимость оценили в теории. Во-первых, нож тут есть, это когда в лесу встречаемся, на пожары ездят, не могут машины заехать, дорогу очищают. Брони поставлены, сучки, это ничто не попадает. В этом году чебоксарскому лесничеству помимо 3 тракторов были также выделены 2 малых лесопатрульных комплекса на базе УАЗ и 3 лесных плуга. Испытать новую технику в лесничестве смогут, правда, только весной, в преддверии пожароопасного сезона. Наталья Егорова, Никита Углев, Вести Чувашия.